Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы что, уходите? Да. Куда? Вот, она. Ну, я разговаривала с мужем. Ага. Мне разрешили поговорить с начальником тюрьмы, разговаривала. Мужа приводят в Крумку. И я завтра еду с младшим на свидание на три дня. И он сейчас уже в Крумку? Его сегодня переведут или завтра утром в Крумку. И обещают, что мужу по выходе из тюрьмы дадут паспорт. У меня все равно сомнения есть, но муж говорит соглашаться и не конфликтовать. Хотя я обещала людям поддержать, и мне стыдно. Не надо. Что я ухожу. Мы радуемся за вас. У нас свое оружие есть. Авторитеты что еще сказали? Вам они принесли кое-что? Они в 3 часа принесут, там просто добавят мужа. Муж говорит соглашаться без регистрации, они потом все сделают. Угу. Так. Сначала, чтобы жить там, да? Да, но если нет, то мы к вам опять придем. Ясно.